кажется, что это слишком жестоко? О, да брось, она это заслужила. Хана! Что такое? Куда это она пошла? Мы просто пошутили, Ханна. Нет! Черт! Для начала хочу сказать, что безумно рад поприветствовать всех своих дорогих друзей на ежегодных зимних каникулах в Блэквуде. Я бы очень хотел, чтобы мы все здорово провели здесь время, и пусть эти каникулы будут незабываемыми. Ради моих сестер. Мне нужно найти Сэм. Ну ни хрена ж себе! А меня посадили назад, рядом с Джошем, вот и все. Бум! Эффект бабочки! Гора будто с каждым годом становится выше. Правда? Как ты не замечал? Ты здесь вырос, тебе она должна казаться меньше. Да, пожалуй. Вы бы тут хоть сотовую вышку поставили, телефон вообще не ловит. Если у тебя есть лишний миллион, тогда мигом устрою. Да, конечно, сейчас. Оставил в другой куртке. Упс. Ребят, нормально добрались? Да. Ну, в общем и целом, я рада тебя видеть. А с ним что? Эй-эй-эй! Ну так что, будем веселиться? Конечно. Так значит, Мэтт сошелся с Эмили? Похоже на то. А Майк что думает? Есть подозрение, что Майку сейчас немного не до того. Хм. Ах ты ж, вот зараза. Что, примерз? Ну да. Другого входа нет? Их здесь миллион, но все заперты. Что, здесь нет ни одного окна, которое можно... Ну, типа, поддеть? Не понял, ты предлагаешь вломиться? Ха, да ладно, какой же это взлом, если ты хозяин? Эй, я могу и полицию вызвать. Да шучу я, взломщик. Привет. Все нормально? Да. Замерзла только. И, честно говоря, неуютно здесь как-то. Жутковато сюда возвращаться, да? Да. Эшли сегодня потрясно выглядит, да? Вот уж точно в тихом омуте черти водятся. А с виду тихоня. Да, я бы совсем не прочь покувыркаться с ней в снегу. Эй, давай не будем. Ну, если ты не возьмешь дело в свои руки, тот же Майк тебя перейдет. Слышь, отцепился бы ты от меня. Да я так, проверяю, что у тебя там все в рабочем состоянии. Ну да. Послушай, ну оглянись, посмотри, какая красота. И здесь нет родителей. Что может быть романтичнее, чем эта прекрасная обстановка, сулящая любовные приключения? Ты и Эшли наконец-то наедине. Ты все подготовил. Ты был настоящим джентльменом. И теперь она от тебя не уйдет. Ты прав. Ты охотник, братан. Бесстрашный, беспощадный. Все, ей никуда не деться. Ладно, ладно, я понял, ясно. Ну так что, как будем вламываться в дом моих предков, друг? Я не говорил, что знаю как. Я понял так, что знаешь. Давай, соображай быстрее, взломщик. Иначе четыре прелестных леди отморозят себе булки, и уж поверь мне, это скажется на их настроении. Ну да, кто любит холодные булки? Так-так-так, да ты у нас голова, хвалю.
Порядок. Надо было чаще на скалодром ходить. В спортзал, что ли? Ну, там, где по стенке лазят. Опа. Это я сделал? Да нет, вряд ли. Вот, держи. Стой, Крис, у меня есть крутая идея. Да? 100 пудов. Что за идея? Так, значит, в какой-нибудь из ванных комнат наверняка есть дезодорант. Попробуй-ка его поджечь. Я что-то не понял, зачем мне его жечь? Он пшикает, это спрей. Да, теперь понял. Огнемет. Мы так в солдатики играли. Ага, и расплавили. Короче, направь спрей на зажигалку и... И замок оттает. Точно. Ладно, ты понял. Мне тут надо кое-что сделать. Готов немного поохотиться в темноте? Нет, но придется. Бог в помощь, пилигрим! Так, что у нас тут? Круто. А? Это еще что? Крис, как смешно! Как ты узнала, что это я? А может быть, все-таки ты откроешь нам дверь? Сейчас. Здравствуйте, миссис Вашингтон. Это снова сержант Тейт. Боюсь, у меня плохие новости. Мы проверили его досье, сделать ничего невозможно. Он на свободе. У нас нет законных оснований ограничивать его перемещение. Я знаю, это не то, что вы хотели бы услышать, но если что, звоните.
Конец сообщения. Так. Уже булки все отморозили. Благодарю, благодарю. Я буду здесь всю неделю. Ой, черт! Черт, опять этот зверь! Что это? Все нормально? Это медведь или тигр или... О, да это просто миленький малыш Росомахи. Малыш? Ничего, дружок, скоро ты вырастешь. Дом, милый дом. Я бы не назвал его милым. Фу, мамочки, как хорошо быть под крышей. Хотя тут тоже очень холодно. Я разведу огонь. Все на прежних местах. Тут никого не было. А как же полицейские? Сюда мало кто приезжает. Угу. Как дела, тусовщики? Привет. Привет. Чувствую себя как дома. Окей. Да. Заходи. Располагайся. Бери, что хочешь. Ты ведь всегда берешь, что хочешь, правда? Эй, полегче, ковбой. Что вы с Эмили делали на тропе? Что? Я видел вас. В телескоп. И что? Мы давно не виделись. Ну, обнялись. Что такого-то, а? Это запрещено? Ладно. Будем считать, что так оно и было. Знаешь что? Можешь думать, что хочешь. Твое право. Смотри мне, Майк. О, господи, это так пошло.
Ты пытаешься всосать его лицо? Эмми. Ну, правда, ты посмотри, как она старается. Расслабься, милая, никому твой майк не нужен. Прошу прощения, ты что-то сказала? Ты что, не расслышала? Уши заложила? А ты, похоже, страдаешь, что не прошла отбор. Да, твой красавчик только тёлок выбирает. И ты корова с медалью. Вот это уела. Я первая красотка класса. Эм, не надо. А ты заткнись. Не суйся, тупой осёл! Чё сказала? А, только ты имеешь право затыкать ему рот. Он твоя личная игрушка? Ну ты и сука! Ну и что? Мне вообще насрать, что ты думаешь. Я хоть умею думать. У меня высший балл на выпуске. Мне не придётся, как тебе ноги всю жизнь раздвигать. Да? А на кой мне сдались твои оценки, когда природа одарила по полной? Да ладно. Ты-то своей отвислой задницей на хлеб не заработаешь. А, серьёзно? Это типа оскорбление? Эта сучка что, под крэком, что ли? Эмили, хватит! Что за бред? Нашли, из-за чего так ссориться. Да, Эмми. Почему ты лезешь в драку за своего бывшего парня? Хватит! Мы не за этим сюда приехали. Это очень плохо. Не то, чего я хотел. Так, если мы 10 минут не можем провести без ссор, может, устроим перерыв? Майк, почему бы вам с Джесс не заглянуть в гостевую хижину? Да, хорошо. Пройдемся? Лишь бы подальше от нее. А, по тропинке прямо. От женщины. Да ну. Ну что, Джош, разведем огонь? Где моя сумка? А? Сумка, маленькая сумочка, ну, с розовым, на Родео Драйв купила. Мэтт, ты меня слышишь? Ну ты что, не помнишь? Рядом с магазином итальянской обуви, где я взяла шпильки, а ты свалил вешалку, заглядевшись на девицу за прилавком. Эй, она просто спросила про надпись на футболке. Ага, конечно, насрать ей было на твою дизайнерскую футболку. Да что ты прицепилась? Найди мою сумку. Господи, Эмми, ты могла просто забыть ее. Чтобы я забыла сумочку? Ну... Сдурел? Ладно. Да ты ее, небось, на фуникулёре оставил. Ну, милый, пошли искать. А потом согреемся? Еще как согреемся. Ладно. Ладно, идем. Так, а я ванну приму. Экскурсия. Секс-курсия. Тоже неплохо. А далеко тащиться до этой вашей хижины? Эта хижина будет самым уютным и романтическим любовным гнездышком в твоей жизни. Еще бы до нее дойти. Ну, надо же верить в удачу. Ну, может быть, она тебе и улыбнется. Эй, порнозвезды! Вы забыли это! Порнозвезды? Я бы позырил. Как пошло. Простите, что выставил вас. Да забей. Но я думаю, вы там найдете чем заняться. Угу. Ну и ты там не скучай. О, чуть не забыл. Вам нужно завести генератор, чтобы осветить дорогу. Там темнота. А, я понял. А Джон со мной заигрывает? Отлично. Возьмем его с собой. Ты серьезно? Что? Нет. Эй, красавчик, сфоткаемся? Только хотел предложить. Обалдеть можно. Просто супер. Мы же идеальная пара. О, ну прям модель. Держи камеру наготове. Может быть, я разрешу тебе сделать мое портфолио в хижине. Далин. Усёк.
Холод собачий. Ну, тут я могу тебе помочь. И как же ты это сделаешь? Да, есть кое-какие задумки. За этой частной собственностью никто не следит особо. Эмили просто дура, если считает, что может вмешиваться в наши с тобой отношения. Хорошо бы эта сучка пошла за нами шпионить, и ее сожрал медведь. Да, она не подарок. Но ты бы с ней помягче. Она просто еще не отошла от разрыва. Алло, это не моя проблема и уже не твоя. Ну да. Я же не виноват, что она не понимает простых слов, типа «вали, дура». Ага, тоже мне отличница из хорошей семьи. А, похоже, это надо как-то включить. Джош вроде говорил про генератор. Так, посмотрим. Бум! Неплохо, Майк. Ух, ну ты волшебник. Зам, а ну откройся. Неплохо, да? Да, полный восторг. Хрен. О, да, сплошные хиты. Тебя возбуждает? Пока что-то не похоже. Еще как возбуждает. Маленькое приключение? О, секс пахо. С прошлого года. Могли бы и убрать. Дело так и не было закрыто. Меня прямо дрожь пробирает. Все как в тумане. Все почти забылось. Зато я вот прекрасно помню, как мы в тот раз устроили тупой дебильный розыгрыш, который стоил Ханне и Бет жизни. Эй, стой! Кто ж мог знать, что они в лес рванут? Да. Кто мог предположить, что они сделают такую глупость? В хижине-то мы не пройдем. Тропа завалена. Нет уж. Я ни за что не пойду назад в этот музей восковых фигур пить горячий шоколад с Эмили. Джесс! Черт! Джессика! Я тут. Все нормально. Фу, блин, ты меня напугала. Думаешь, мне понравилось? Руки-ноги целы?
Ну да, руки, ноги вроде на месте. Все 7 штук. Ага, смешно. Сама вылезешь? А, не знаю. Я же тут почти ничего не вижу. А, сейчас к тебе спрыгну. Погоди. Эй, милый, помоги-ка мне сдвинуть тележку. Ну, давай, помоги мне. Сейчас. Я, конечно, надеялся потрахаться, но немножко по-другому. Говоря, у меня от этого места мурашки. Не могу сказать, что это приятное чувство. Может, тебя обнять, поддержать? Давай сперва до хижины дойдем. Свежий. Кто тут мог быть? Ты цела? Ужас. Хреново здесь с техникой безопасности. Я думаю, пора валить. Как тут все еще не рухнуло? Наконец-то. Хоть какая-то надежда. Ну-ну, я думала, тут реально хижина, как у Линкольна. Сейчас увидишь спальню Линкольна. А ты что, решил поиграть со мной в президента? Прокатить на борту номер один. Ладно, только не надо. О, телескоп! Поглядим на деревья, поглядим на небо, поглядим на хижину. О. Опа! Что? Возле хижины кто-то есть. Да? Дай гляну.
Эй, Джесс. Угу. Далеко не отходи. А что такое? Тут предупреждение, что здесь водятся бурые медведи. О, Майкл, у меня есть крутая идея. Ну? Обнимем медведя. Давай, ну, пойдем. Что? Джесс, ты что, обалдела? Я отвечал на ее брачный зов. Надо же, везде успел. Да, делюсь любовью. Испугался. Чтоб тебя, Джош. Не мог хотя бы дорогу для гостей слегка расчистить. Брось. Что? Не знала, что ты из тех, для кого стакан всегда наполовину пуст. Что я такого сказал? Ну-ка, отойди, нытик. А, ну-ну, выпендрешь. Эй, Майк, что это у тебя такое на лице? Бум! Ладно. Ладно, сама напросилась. Джесс! Джесс! Сэмми! Что? Не хочешь помочь мне разжечь огонь? А я думала ванну принять. О! Тебе в этом деле помочь не надо? Как смешно! Да ладно. Что, Джош, сумеешь подключить горячую воду в своем роскошном доме? Ханны.
Любовь, любовь. Ну-ну, это все явно про Майка. Ладно, вы там, на галерке. Есть для вас одно предложение. Какое? Так вот, я почти уверен, что где-то в этом безумном доме завалялась гадальная доска. Чего? Вау, гадальная доска? Да ерунда это все. Так, для хух. А вот и нет, братан, мы часто вызывали, я и... Ну... Эй, Джош, отсутствие горячей воды – это очень большой прокол. Да, да, нужно просто бойлер включить внизу, в подвале. Ладно, вы пока поищите гадальную доску. Крис, пошли искать. Пороемся в разных сокровищах. Ну, ладно. Давай. Класс, вы не пожалеете. Пойдешь за компанию? Не зря дал Крису и Эшли совместное задание. Пускай побудут немного наедине. Скорей бы Крис набрался смелости. Он так боится, что Эшли ему откажет. Да не будет этого. Чего именно? Ни того, ни другого. Потому что смелости к ней подкатить он наберется разве что под дулом пистолета. Знаешь, Сэм... Да, что, Джош? Я хотел сказать... Что? Для меня очень важно, что все снова приехали в этом году, и что... Ты приехала, Сэм. Джош, мы с тобой. Если тебе что-то нужно, просто скажи. Мы со всем справимся. Вместе. Я хочу, чтобы всем понравилось. Тут осторожно. Да я уж как-нибудь осилю эту старую лесенку. Пришлось затащить тебя в самые недра. Лишь бы в конечном итоге была горячая вода. Ну, я к тому, что одной тебе сюда ходить не стоит. Ясно? Да уж. Здесь жутковато. Ага. Сюда не стоит ходить одной. Бейсбол в снегу – это, наверное, жестко. Ну, мы же не зимой играли. Тут было так круто летом. Мы каждый раз приезжали сюда всей семьей. Мама, папа.
Сестры и я, мы устраивали настоящий полноценный матч на большой лужайке. Это все не вернешь. Новая реальность, да, Сэм? Короче, сейчас нужно починить эту штуку. Ты можешь подержать? Что это? А что там? Ты посвети сюда, чтобы я видел, что делаю. Эй, можешь светить сюда? Мне нужно видеть, что я делаю. Сэм, прошу. Отлично. Так, первым делом нужно увеличить давление воды, а потом можно включать бойлер. Звучит очень сложно. На самом деле это проще простого. Ничего, просто давай еще разок. Ой. Другое дело. Молодец. Дай пять. Да. Может быть, все что угодно, но ничего хорошего. Эй, прекрати. Я просто тебя погнал. А ты реально испугалась. О, Господи. Не шевелись. Что? У тебя за спиной. Ну да, сейчас. Джош. Серьезно. Там что-то есть. Попался! Ладно, очко в твою пользу. 30-0. Погоди, а первое-то очко откуда? Счет не с 30? Нет, с 15. Но я больше по настольному теннису. Так, ты ведь это тоже слышишь? Джош! Что? Какой-то ровный ритм. Это как-то очень странно. Посмотрю, что там. Что? Зачем? Тебе какое дело, трусишка? Да наверняка там ерунда какая-нибудь. Ну, тогда ты оставайся здесь, а я проверю. А, как скажете, мадам. Чтобы никто не залез! Эй! Что? Эй! Какого хрена? Фу, клёво я прикололся. Чего? Да, вообще отлично. Вот зачем так делать? Скажи! Тут столько всякого прикольного старого хлама, ты не представляешь, я просто не мог удержаться. Ты что вообще?
А ты был в курсе? Не, а жаль. Степ, что надо. Я готова признать, что твой тупой розыгрыш, пожалуй, был смешной. Ну так, чуть-чуть. Мастер шута! А вот про шутки я ничего не говорила. Твой розыгрыш тупой. Скажи честно, ты насмерть перепугалась. А вот и нет! Ну пустила ведь в штаны, Джош! А? Что это на тебе за балахон? Я нашел призвание. Надеюсь, ты примешь обет молчания. Ладно, ладно, ты хоть доску нашел? А вот наш пропуск в мир духов. Знаете что? Нет. На сегодня хватит с меня кошмаров. Предсказываю себе горячую ванну прямо сейчас. А вы развлекайтесь. О, кстати, берегитесь Джоша. Он приколист. Хорошо. Как ты относишься к людям, которые боятся сверхъестественного, призраков, духов и прочих потусторонних сил с того света? Ты разделяешь этот страх? А как ты относишься к тем, кто этого боится? Ясно, Майк боится одиночества. Тебе его жалко? Знаешь, это очевидно из твоих поступков. Рассмотрим твое отношение к другим людям. Какие качества ты ценишь в себе и в других? Что тебе важнее найти в друзьях? Преданность или честность? То есть ты не станешь лгать? Даже если это будет грозить твоему другу проблемами. А если честность против доброты? Доброта, пожалуй, впрямь не так уж важна. Зачем помогать другим? Главное, принципы, а? К сожалению, наше время вышло. Еще увидимся.